85-83 у нее уже было в этом сезоне. Ее основная соперница Десайра Хенри из Великобритании. 11-06 она у нее была. В полуфинале она выиграла свой полуфинал. Ну вот теперь можем представить всех участниц. Наталья Погребняк стартует по второй дорожке. Флория Гнафора по третьей дорожке. Муджинда Камбуджи, Швейцария, по четвертой дорожке. Дезири Генри по пятой дорожке. Ивет Лалова Колио, шестая дорожка. Дафни Скиперс, седьмая дорожка. Татьяна Пинто, Германия, восьмая дорожка. И Аша Филлипс будет стартовать по девятой дорожке. Девятой дорожке. Вот каждый сейчас можем разглядеть. Некоторые имена довольно-таки новые относительно, некоторые уже хорошо известные спортсменки. Но все они сейчас вот здесь должны показать максимум, что они имеют на сегодня. Для того, чтобы добиться здесь в Амстердаме титула, для того, чтобы создать себе хорошую платформу, хорошее настроение к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Но я напомню, что рекорд Европы и рекорд чемпионатов принадлежит Кристина Ронд. 10.73. И показала француженка этот результат в Будапеште в 1998 году. Конечно, 10.73 – это очень высокий результат. И не знаю, мне кажется, на сегодняшний день, вот именно сейчас, все-таки погода все-таки холодновато, да? Вот, ну, Дафни, это вот приветствую. Дафни в предвкушении счастья сейчас была такого. Она хочет собрать вот это все, всю эту энергию, всех этих десятков тысяч зрителей, которые на стадионе, и выплеснуть сейчас на дорожку. Татьяна очень Пинто хорошая. Очень хорошо бежала в полуфинале. Татьяна Пинто очень хорошая, да, очень хорошая легкоатлетка. Я думаю, от нее можно ждать тоже сейчас определенного прессинга. Ну и Эйша Филипп, безусловно. Итак, да, интересно. 8 сильнейших спортсменок Европы. Если мы думали до полуфиналов, что у Дафни вообще не возникнет никаких проблем, то Дезири Генри показала нам, да, в полуфинале, что она так просто не собирается ничего отдавать здесь. И уж поборется тоже за золото. И это очень хорошо, потому что тогда может быть высокий результат. А мы очень хотели бы. Ну, главное, чтобы сейчас все без фальстарта обошлось. Итак, заключительный вид третьего дня программы. Финал в беге на 100 метров у женщин. Да, нам, как европейцам, очень хочется дать такой достойный ответ Юджину. Напомню, что только что на чемпионате отборе, США, да, там бешеные США результаты. Результаты там 10, ну и 70. На Ямайке 10.70 тоже пробежали. Да, итак, да, 10, Погребняк, 74. Жафруа, Камбоджи, Генри, Лалова, Шиперс, Пинто, Филипп. Итак, стартовали очень здорово. Дафни прик... Ой-ой-ой. Все, Генри. Все, Генри, она... закончила. Да, да. Я потом... Но... 10.91. Да, ну, Генри, я что-то обратил внимание, еще когда она стояла на старте, она что-то так... видно, что-то тревожило ее немножко. Нога, левая нога, и вот она... Да. Да. Ну что ж, Дафни умница, молодец. Да. А Ивет Лалова Колио, по-моему, выигрывает свое второе серебро на этом чемпионате. И за нее тоже стоит порадоваться. Да. 10.90 дают Дафни Скиперс. Радуется львенок Адам, маскот соревнований. Да, девчонки поздравляют друг друга. Но вот мы так были увлечены Дафни, что, честно говоря, не посмотрели, кто вторая, третья. И смотрели на Генри, которая травмировалась. Но мне показалось, что все-таки Ивет Лалова-Колио была второй. Прекрасное выступление Дафни. Ну, я думаю, никто другого здесь и не ожидал. Я думаю, какое бы сопротивление Генри не оказывало, но то... Да, да, все-таки с медалью она. Да, очень обаятельная девушка и очень ответственная. Она, между прочим, член комиссии атлетов Европейской ассоциации. Ну, конечно, конечно. И
очень активная. Да, у Энри, видите. Ну, вот давайте сейчас посмотрим. Вот Генри, она бежит по пятой дорожке. Скипперс ушла. И вот здесь уже, прям буквально сразу, да, там стал. Да. Так, ну здесь... Знаете, Камбуджи, по-моему, там на третье место удалось выбраться. А Погребняк, обратите внимание. Ну, мне кажется, Камбуджи. Камбуджи, да, все-таки? Да. Вот это, между вот прочим, Камбуджи, сенсация. Если она это сделала... Нет, Камбуджи. Похоже, Камбуджи. Да. Если она это сделала, это просто фантастический прогресс. Молодец. Камбуджи, 10.25. Да. 11.25, да. 11.25, конечно. 11.20 Лалова и 10.90 Скипперс. Ну что? И ветер, посмотрите. Небольшой встречный ветер. Да. Наталья Погребняк, пятая. 11.28. Татьяна Пинта, шестая, 33. 11.